слово хранить верность истории. Клятву хранить верность истории, уважать память защитников Родины и подвиг героев Отечества, бережно относиться к культурному наследию нашей страны сегодня дали более 100 детей из всех районов республики. Теперь они официально хранители истории, участники флагманского проекта «Движение первых». Амир Каджаков из Карачаевска очень горд быть частью этого движения. Тем более, что он, как потомок победителей, прекрасно понимает важность сохранения великой истории нашей страны. Я очень рад и очень горд тем, что я стал хранителем своей истории, потому что у меня воевал мой прадедушка, и я буду до конца своих дней чтить и помнить память о нем. Осознает значимость сохранения подвигов героев Отечества и Марьяна Куршева из Псаучедахи. Она внучка участницы Великой Отечественной войны, и бабушка часто рассказывает ей о тех сложностях, что пережил народ в борьбе за Родину. Бабушка еще жива, и она часто рассказывает нам про то, как она со своими братьями и сестрами бегали по полю, и вот бомбы начали падать. Они очень сильно испугались, и бабушка вступила в партизанский отряд и боролась в селе за свободу. Я считаю, что хранить историю – это действительно очень важно, потому что, вот как сегодня уже сказали, без прошлого не будет будущего. Если мы не будем помнить то, что сделали для нас наши предки, мы не сможем сделать чего-то для наших потомков, детей, правнуков. Еще одним хранителем истории сегодня стал Курман Биджиев из села Привольное. По словам юноши, это большая честь и ответственность. Хранить историю – это сохранять историю вложения силы своих предков, которые они сделали для того, чтобы у нас было прекрасное будущее. Чтобы стать частью проекта «Хранители истории», школьникам мало хорошо учиться, быть дисциплинированным и ответственным. Важно еще заниматься общественной работой. Например, каждый отряд хранителей берет под свое шефство один из памятников в своем районе и ухаживает за ним. История России – велика и многогранна. И вот этот проект нацелен на то, чтобы сохранить памятные места для наших детей, для наших внуков и правнуков. А чем и занимаются как раз-таки активисты движения первых, хранители истории. Да, безусловно, дети понимают, что они делают. Дети в течение года, потому что несут службу, они облагораживают памятные места, они постоянно выходят с субботниками, инициируя их сами. К слову, в Карачаево-Черкесии это уже вторая церемония посвящения в хранителей истории. В прошлом году участниками движения стали без малого 200 человек. А нынешняя церемония завершилась возложением цветов к братской могиле у памятника защитникам перевалов Кавказа. Эрнест Чуков, Саид Исмаилов, Архиз, 24.